Михаил Круглов – серебряный призер соревнований по карате. Однажды понял, что борьба – это не его, и начал заниматься шахматами. Теперь он шахматист с 4-летним стажем, внимательно слушает тренера, чтобы добиться успеха в этом виде спорта. Нам Михаил Михайлович говорит, это наш тренер, нужно кругозор, то есть как нужно видеть все поле, не часть поля, куда может пойти фигура, а именно все поля. В детском первенстве Одинцовского района по шахматам приняли участие 185 спортсменов. Для кого-то эти соревнования – еще одна возможность набраться турнирного опыта. А для кого-то – первая ступенька в большой спорт. Профессионалы говорят, чем раньше ребенок начнет участвовать в турнирах, тем больше у него шансов на успех. Ребята, которые играют уже, там, скажем, в более старших возрастных группах, там уже соревновательный уровень достаточно высокий. То есть я могу сказать, что у нас играют ребята, которые и на чемпионатах мира играли, и на чемпионатах Европы, и были чемпионами Центрального федерального округа. Вот. Поэтому там же уровень достаточно высокий. Юные спортсмены играли в быстрые шахматы. Более опытные соревновались по классической системе. Борьба за звание сильнейшего шахматиста в 5 возрастных категориях шла 4 дня. По итогам всех партий почетное звание чемпион Одинцовского района получили 10 спортсменов. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».